ребята, с вами снова Хик и ваш любимый Си-Джей. Сегодня мы опять проводим над ним эксперименты всяческие. Сегодня же мы с вами узнаем, удастся ли Си-Джею полностью похудеть, пробежав всю карту GTA San Andreas. Начало отсюда положено. И будем бежать вокруг всей карты. Я это сделаю в виде таймлапса, разумеется, чтобы вас не томить. И узнаем, сможет ли Си-Джей полностью убрать свою полноту, если пробежит всю карту. Давайте же не будем тянуть. Если вам понравилась эта идея, ставьте, пожалуйста, лайк. И с результатами в конце видео, разумеется. Вот. А мне предстоит, я не знаю, сколько времени, но очень много для того, чтобы узнать, сможет ли Си-Джей полностью похудеть. Без использования спортзалов и прочего. Просто своими ногами вокруг всего штата. Это безумие. Я не знаю, полтора часа я буду это снимать или не знаю сколько. Но я надеюсь на ваш лайк, на нашу поддержку в виде лайка, разумеется, и комментарий какой-нибудь. Так, погнали. Не будем тянуть. Буду зажимать, конечно же, shift. Ну и просто бег. Короче, shift по усмотрению. То есть, когда он захочет бежать, тогда он и будет бежать. Ну чё, толстый Си-Джей? Let's get it, как говорится. Полтора часа беспрерывного бега вокруг всего штата Сан-Андреас на Си-Джей, ему все-таки удалось
сбросить лишний вес и всю мускулатуру, которая у него была во время того, как он начал бегать. Во-первых, начиная с этой точки, вплоть до конца Лас-Вентураса, совершенно никаких изменений не было. Вплоть вот до сюда вообще ничего не происходило. Я пробежал весь Лас-Вентурас и половину Сан-Фьера. Где-то вот здесь началось самое интересное. Здесь Сиджей игра повестила о том, что Сиджу нужно кушать. И активно с этой точки начал убавляться вес. И вплоть от Сан-Фьера и до деревни мы все убавляли вес. Убавляли. Здесь все тоже убавляли. И уже у маяка. Где здесь? Здесь, у маяка. У Сиджей осталось что-то четверть, по-моему, полноты. И почти уже вот как мы зашли в доки. В доки. Сюда вот. Мы их тут зашли. У нас уже веса совсем не было. То есть мы пробежали все доки, вернулись сюда. И веса как не бывало. Также мускулы, которые мы нарастили во время этого марафона, они также все исчезли. Но Сиджей не изменился. Он остался таким же. Кстати, была деформация. Непростая такая во время нашего забега. Ну и стоит нам сейчас, разумеется, зайти в интерьер куда-нибудь, и мы увидим Сиджея чертовски худым. Сейчас будет худой Сиджей. Просто промарафонил весь штат. Да. О май гад. Просто кожа да кости от него остались. Найс. Капец. Я, честно говоря, доволен результатом. Не думал вообще, вот половину так и только начал. Думал, что это все без толку. Но на самом деле так и есть. Если ты пробежишь весь штат, Сиджей станет худым. Ну, если он, будучи, был толстым, он станет худым. Весь штат пробежал. Фух. Надеюсь на ваш лайк, ребята. На мое терпение вот это вот. Полтора часа просто бежал. И ни в коем случае не сомневался в этом эксперименте. Всем спасибо за лайки, за комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет больше крутых видосиков с экспериментами над Сиджеем. А я с вами прощаюсь, с вами был Хик. Всем удачи и пока.